37, 38, 39, 40. Да все, я устал считать, все. Сегодня мы объявим стартовый состав наших ребят вместе с нашим универсальным бойцом, которого мы очень ждем на поле. В воротах номер первый, капитан команды Маринато. Номер третий, Кастро. Ну, вязкая игра, мы видим, то, что хорошо, что Сочи забили в свои ворота. Игра без моментов, что Локомотив играет хорошо в обороне, ну, и надо отметить Сочи тоже в этом плане. Но удача сегодня на нашей стороне. Нужна победа, и, естественно, нужно преследовать «Зенит». Потому что Локомотив всегда боролся за самые высокие места. Нам надо время попривыкнуть к новому футболу, к новой тактике. После перерыва забили быстрый гол, 2-0 ведем. По игре пока ничего в комплексе сказать невозможно. Конечно, нужно несколько матчей посмотреть, и как ребята, обновленный состав, вливается в игру. Самое главное – результат. А результат на сегодняшний день есть, это радует.